Куртукова Екатерина, 2 А-класс, средней школы номер 5, города Колпашево. И посвящаю свое стихотворение моему прадеду Кунгурову Ивану. Летела с фронта похоронка на молодого пацана, а он живой лежал в воронке. Ах, как безжалостна война! И проходили мимо танки, чужая речь, а он лежал и вспоминал сестру и мамку. Лежал и тихо умирал. Пробита грудь была на вылет, и кровь стекала в черный снег. А он глазами голубыми встречал последний свой рассвет. Нет, он не плакал, улыбался и вспоминал родимый дом. Пересилив боль, поднялся. И автомат подняв с трудом, он в перекошенные лица горячий выплеснул свинец. Приблизив этим на минуту войны безжалостный конец. Летела с фронта похоронка, уже стучался почтальон. Солдат, закрыв глаза в воронке, на миг опередил ее.